Давай. Всем привет-привет. Это канал Котики на Котики. И сегодня мы с папой будем снимать видео про такие пробирочки. Про эксперимент. Про эксперимент. И первый наш эксперимент будет с чем? С чем? Эта штука называется... Открывайте среднюю пробирочку. Среднюю? Да. Эта штука называется сухой лед. Она очень холодная. Да. Давай. Поджигаем спичечку и подносим спичечку. Туда? Да. Видишь, спичечка горит, потому что он чуть-чуть, всего лишь навсего капельку, он испаряется. А если мы туда добавим немножечко водички, то у нас начинается магия. Мам! А теперь мы подносим горящую спичечку, и она тухнет. Мама! Но здесь же магия, здесь же нет никакой воды, между прочим. Это ты сделал дым. Мама! Но ведь это же очень красиво. Мама, иди сюда, мы с папой сделали красотенью. Быстрее. Как вам такой эксперимент, Кира Андреевна? Вот прямо на кухне это в край надо делать. Как вам такой эксперимент? Круто, я еще хочу. Еще хочешь? Нет, убирайте. Последний раз. Нет. Ну последний раз. Все. И убираем. Это специально для мамы. Ну, это же сухой лед. Вау. Любишь эксперименты? Да. Будешь слушаться? Слушаться будешь? Да. Он очень холодный. Если его взять в руки, можно обжечься. Обжечься? Да, получить какой, мама, ожог? Химический? Да. Да. Слышишь, как он бурлит? А если ты зажжешь спичку и поднесешь, то она потухнет. Ты уже это знаешь, да? Да. Ну, говори свою концовку. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик и подписку. И до новых... На новые встречи с экспериментом. Она холодная. Ну, представляешь, можно обжечься от холода. Поставьте обратно. Вообще-то от обычного льда не обжигает. А от обычного нет, а от сухого обожжешься. Знаешь почему? Почему? Потому что он... Сухой лед. Вот он какой, видишь? Ты его в руках держишь, а он мокрым не становится. Попробуй. Не надо. Ну вот, видишь, мама говорит, не надо. И мама говорит, правильно, потому что он печется. И вот так бурлит. Да, пузырики там еще не все вышли. Ну все, пока-пока. Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.